Привет, дорогие подписчики, и привет всем, кто смотрит мои видео. Кому интересно, как у нас готовят тамошнее вино, смотрите этот видео. Сейчас как раз сезон сбора урожая винограда. Уже виноград созревший, сладкий, достаточное количество сахара в нем. И можно уже собираться. Ist ja auch gut. Nee, nee.
Верно. Вот и на второй или третий день наш сок начинает бродить. Сахар, содержащий винограды, начинает превращаться в алкоголь. Так бурно будет бродить примерно 6-8 дней. Потом успокоится и перезаливаем другие, чистые кувшины. Дадим отстоять еще примерно месяц, и потом уже можно будет пить. Но лучше, конечно, пить ее через 2-3 месяца. Некоторые фильтруют специальными устройствами. Я просто перезаливаю через примерно каждые 3 месяца в чистые кувшины, и вино само фильтруется. А вот и белое вино готовим деревне у племянника. Это бывший Маяковский район, ныне Багдади. Назвали так этот край турки в 16-17 веках, когда оно было оккупировано турецким султаном. Тут, в этом районе, в Кутайской губернии, в 1893 году родился и рос в детстве известный поэт Владимир Маяковский. Ой, да. Так, это там. Камера шорт, как мы подрыли, Лиза. Ну и в конце видео просто подписаться на канал и ждите новые видео про автомобильную тематику. Спасибо всем за внимание.